Приветствую всех, ребята. Мукбанг and life. Мукбанг и жизнь. Вы на канале Мукбанг и жизнь, да? Что это обозначает? Это обозначает то, что мы кушаем и общаемся на камеру. Сегодня поотвечаю на некоторые ваши вопросы. Все мы разные, и если люди задают вопрос, Дима, что ты снимаешь в мукбанге, что оно тебе дает, и зачем это все, да? Один из моментов, на что я хотел обратить внимание, это то, что это мое хобби. Хобби снимать ролики. Хобби говорить о том, о простом, что происходит со мной, да, в жизни. У меня канал не поучительный. А просто общительный. О еде, да? Сегодня на ужин приготовил жареную картошку с сыром, добавил сюда чесночка, яйца сбил, цибульку. Вот. Это мое самое любимое простое блюдо, то есть куда много денег вложивать не стоит. Это не мраморная говядина. Что нужно много потратить денег. Все по-домашнему, по-простому. Я обычный и простой, такой, который вы, да, если смотрите меня. Тоже работаем. И параллельно снимаем мукбанги. Картоха текает от меня. Кстати, у нас 8 вечера. Поэтому до 9 надо успеть. Почти.
Завтра рано вставать на работу. Говорится, тяжелая работа, но кому сейчас легко? Кстати, ребята, цена на картошку у нас называется картошка била 11 гривен за килограмм. У нас июнь месяц. Вот такие вот цены. Картошка ушла за милую душу. Ребята, всем приятного аппетита. Главное, на ночь не наедайтесь, как я.